За февраль в Самаре выпало 72% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, до конца месяца снега не ожидается. Пока позволяют погодные условия, глава города Елена Лапушкина поручила коммунальным службам активно убирать и вывозить снег с дорог и тротуаров. За этот месяц в Самаре на спецплощадке отправили уже более 154 тысяч тонн. Для более тщательной уборки автовладельцам напоминают о необходимости обращать внимание на знаки дорожного движения, запрещающие стоянку транспортных средств. Автомобили, припаркованные с нарушениями ПДД и мешающие уборке снега, эвакуируют. За неделю выявлено 22 транспортных средства, препятствующих проведению уборки улиц. У нас, кстати, сократилось количество стоящих не по правилам транспортных средств. Проезжая часть тротуара дороги второй и четвертой категории расчищена, обработана ПГМ. На совещании главы внутригородских районов отчитались о своей работе. Активно идет расчистка дворов, тротуаров, подходов к подъездам. В преддверии потепления особое внимание уборке наледи и сосулек со скатных кровель. Работа ведется как в будни, так и в выходные дни. За выходные работали в среднем 107 дворников и 12 единиц техники. Процент отработки противогололедного материалами во дворах составил 79%, ручная очистка 96%, механизированная 91%. Кровли у нас осталось 10 кровель, 453 из 463 в надлежащем состоянии. Эти оставшиеся 10 кровель за сегодняшний и завтрашний день будут закончены. Сегодня у нас также 3 бригады работают. В дневную смену 26 февраля на уборке городских территорий задействовано 281 единица техники и 3185 уборщиков. Они проводят работу по расчистке проезжих частей и тротуаров от снега. Галина Топилина, Николай Епифанов, «События».